Умную маску изобрел ученик Назарбаев интеллектуальной школы в Актобе. Она состоит из двух частей – четырехслойного респиратора и электронного анализатора, который определяет концентрацию вредных газов в воздухе. Как только прибор зафиксирует определенный уровень загрязнения воздуха, он подает соответствующий сигнал. Через Bluetooth-модуль информация поступает на сотовый телефон владельца умной маски. Для того, чтобы это средство индивидуальной защиты можно было использовать многократно, школьник создал устройство RadStand. Это специальная подставка, которая с помощью потоков воздуха и ультрафиолетовых лучей обеззараживает маску. Изобретение юного интеллектуала уже оценили на международном конкурсе по робототехнике. На соревнованиях он занял первое место. Автор проекта Арман Жалгазбаев говорит, что это только пробный образец. Маску, фильтр он планирует усовершенствовать и немного уменьшить в размерах. Маска состоит из четырех основных слоев. В качестве материала уплотнения у нас был использован акрил, потом фильтрометкаль, который защищает человека от пыли и разных частиц. Слой с активированным углем защищает организм человека от самых мелких частиц. Поэтому маска может защитить от различных видов вирусов, в том числе и коронавируса.